Ладно, давай уже, выиграй тебя, щенка. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, King on Fire, Фисташка, Move, Dark Dragon. Как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны и девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Здравствуйте, люди. Сегодня мы скачали очень классный гейммод. Даже не гейммод, это просто дополнительная игра в Гаррис моде, которая называется Ragdoll Fight. И она очень похожа из игры Mortal Kombat X. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Так, Алекс, давай, я в тебя верю. Ого, он упал, красиво. Я, кто выиграет, принесите его плоть, я его съем. Я с победителем буду играть, так что... Так, подожди, непонятно, кто вы... Ого, ты толкаешь. Ого, красиво, красиво. Давай, давай. Сейчас последний удар, кто делает, тот выиграет. Да. Так, я буду играть сейчас с Брином. Схватка века, доктор Брин против Джимена. Руки без костей, просто дерёшь. Я смотри, я его держу. Что ты мне сделаешь? Ты чё на жопу кусаешь его? Ударь там немного. Мне там нет. Здесь мир взорвётся. Ну, Р. Так почему за пятую точку выхватывал? Р, Альт, Е. Контр. Ема, ты тут разносишь. Ты что творишь? Как щенок, а ну давай, давай, иди сюда. Давай, давай. Драка на крышу. Кстати, мне нравится, что можно локации менять, где хочешь, ставишь эту штуку, и меняются локации. Че, выиграю? Нет, ты не выигрываешь, наверное. Да ё, да ты да, тебя ударить, хотя бы один разок. Зараза. Так, подожди, я уже справа. Но! Вот это у тебя. Эй! Да забить идём все. Ух ты! Yes! Ну что, давайте, кто со мной следующий сразится, подходите. Раунд 2. Давайте по раунду будем, потому что это очень долго. А что, не могу быть? А почему? А что за бред? О, давай, плюш трап. Что творится? Люди там дерутся, мы тут деремся. О, прикольно, у нас драка в драке, играем с победителем. А как выйти? Я не знаю, что... Я что-то наставил непонятное. Еще разок. Вот. О, есть, отлично. Ну-ка, ну-ка, ого, я этого фигачу, гвоздника. А что ты такие ноги? А как ты ногами бьешь? Стой, стой, стой. Теперь. Ух ты, блин! Ого, я... Это что так? Да что я летаю в воздухе? Ого! Как-то можно выполнить, надо наполнить энергию и нажать пресс Е, да? А ну подойди, давай, стой, стой, дай я нажму. А ну стой, стой. Как-то можно рентген делать, а он не делается почему-то. Escape, grab. А нет. То у тебя Е надо нажать, не? Тут присоединиться можно, кстати. Ладно, давай уже, выиграй тебя, щенка. Ух ты, я его об землю ударю. Руками тебя буду. На-на-на-на! Ты что делаешь? Эй, я сейчас проиграю! Тихо-тихо, блок! Блок-блок-блок! Блок вот на R блок, смотрите! Ага. Ух ты! Ай, какая клавиша! Да как? Хорошо, давайте, кто с Dark Dragon? Давай. Я сейчас поставлю, стойте. Поставь, поставь, поставь. Так-так-так. Погнали. А, блин, не успел. Давай. Давай, мочи, мочи, мочи. Мы запомнили, Dark Dragon меня выиграл. Сейчас будет Dark Dragon играть с победителем. Ух ты, Фисала. Давай, я за тебя, Фисташка. Р зажимаешь, и он тебя урон не проходит через блок. Ты чё? Ха-ха, на жопу тебя посадил. А чё он кровище полный? А ты через блок можешь бить. Да что ты его так бьёшь? На, наказал, наказал. Давай, блин, Гаррис мод очень классная игра, столько можно гейм-модов и режимов пилить в нем. Мне это нравится. А вот интересно, вот я сейчас режимы зрителей смотрю вверх туда-сюда, а можно их бить просто?
Не, не надо. О, ты его держишь! Ты можешь по ним стрелять, типа, у них там урон не проходится. Да, мы уже проверяли. Чисто драка. Фиса, давай, я за тебя. Выиграй его, пожалуйста. Да. Давай, я за тебя поставлю. А, правой кнопкой зажимаешь и держишь в руках его, можно бить. Правой кнопкой хватать. Да-да-да. За тебя 10 100 баксов поставил, что ты выиграешь, а на него один. Только Фиса, это правую кнопку зажми и держи, ты будешь в руках его держать. А левой да, лупашить я знаю, можно. Я знаю. Давай, наваливай. Ну, Фиса, на тебе щено. Там уже жизнь у этого человека. Младший против старших. Давай, нагибай. Щенок вонючий. Фиса, прыгай на него. Кто выиграл? Фиса, сколько жизни? У них мало вообще совсем. У нас одинаковое. Давай, подходи, что ты. Давай. На, ляща прописала. На. Наквай, давай, наказывай. У него чуть-чуть осталось, у него лол хп осталось. Да, я знаю. А ты за зрителя сидишь? Да, ух ты! О, смотри! Ну давай, Фиса! Давай, через блок можно удар... Но! Выиграла? Почти, давай. Нет. Могёшь. Я верю в тебя. Смотри, прессует! Тихо. Давай! Тихо, не спеши, главное ляща прописать. Тихо. Ух ты! Апперкотик. Давай, фисташка, ты можешь. Ты через блок можешь бить, лево-право. Нажимай, через блок можно ударить. Да, вот так. А как вы вдвоём? Это что, ничья получается? Нет, у меня показывает то, что я выиграла. Она выиграла. Так, давайте для интереса сменим локацию. Полетим сюда, будем возле кислоты драться. Драгон разносит тут. Давай, Дардрагон. Следующий я буду драться. Играю с победителем. Нормально ты его фигачишь, мне нравится. Ого! Нагибейшн. Да это даже лучше, чем Mortal Kombat. А что с тобой так? Это смешно. Он прогнул как-то. Давай, с разбега в голову. Вытащи, пожалуйста. Ты что, застрял? Так, давайте переставим, бывает всякое. Мы поставили на краешке. Давай, наваливай его. Ого, ты, он вырубил тебя. На. Блин, мне интересно, можно переползти туда? На. Я просто игру ломаю. Так тебе какой-то скин прикольный, как ты так ломаешься сам по себе. Я не сел. Альянс. На. Вы не знаете, как я мышкой сейчас нажимаю. Сильно, да? На. Ну выруби его уже. У кого кто выигрывает больше жизни? У меня нормально. О, нажми Е, ты будешь спектейт, смотреть их жизни. А, да, верю. Прикольно, давай, я верю в тебя. Ты сможешь. О, Драгон, я могу двигаться. Драгон, давай! Драгон, давай, тактику блока! Давай тактику блока! Да как? Это как? Так, Дардрагон, ну что, теперь мы с тобой деремся? Второй раунд. Удалите. Так, сейчас будем драться с кем-то 3 раунда, потому что нам дадут... О, давай, Фиса, с тобой, давай! На тебе, щениха! Давай, Фиса, за тебя болит. Короче, проигравший идет в кислоту. Давай, иди сюда, давай. Эй, нельзя летать. Что, будешь не ставить? Ау! Фиса, это не надо. На! Ой! Ты просто не проносишь у него вообще. Давай. Алкаши! Да подожди, я не знаю, какой... Алкаши! Ой, я тебя ногой могу. Я тоже могу. Давай на мне. Ай-яй-яй, ты больно бьёшь. Вот это считается за смерть, тебе ты проиграл. Я так вечно буду стоять. Не будешь, смотри, сейчас я тебе кое-что сделаю. Посыпайся на него на лицо, типа. Ох, что за супер... Что со мной? Эй, мужик, падай, так нечестно. Ой, извините, не то нажал? Блин, не то нажал, но... А, жизни остались у тебя маленькие, как... А все осталось, а? Ну давай! Дима, ты могёшь, а ты вообще не получил ни урона. Что? Она меня не бьет, кстати, в этом... Ты меня зажали! Нечестно! Это что за минки? Тебя просто дед выносит, ты чё? Ну, херобрин, ой, херобрин! Доктор Брин! Да, херобрин. На!
Ну давай, лупаш её! Давай, захвати ему правую кнопку мыши, давай, толкну тебя. Отлично! Ой-ой-ой-ой-ой. Дима, пинай ульту. X-Ray, а как? А как? У меня управление отказали. У нее есть только X-Ray, у меня нету. На! Да ты задрала! Да ты отвали! Смотри, что она читерит! Так это нечестно! Ну давай, я сейчас ее буду гасить. Писал, захватывай его, давай. Дима, на тебя поставил 1000 баксов, ты должен выиграть. На! А, слышишь? Ты. Я ставку поставил. На, вот это еще раунд. Второй раунд. На тебе. А, ты что, гони? Ух ты! Я на бинту нажал. А, бля, завис, у меня кажется. Нечестно, лежачек не бьем. Диме, желтая карточка. Вот это я лупаша, смотрите. Я тут дергаюсь за вас, давайте, Дима, ты моя. Да я что-то... Что со мной? Я багаюсь. Нормально, это такая... Вот это я вырубаю ее. Сейчас будет третий раунд. А нет. Димас вон the match. Я с тобой. Посмотрите, посмотрите на Димаса. Давайте, кто со мной с победителем? Лучший игрок на планете. Кто со мной? Ты? Так, я чуть в кислоту. Ты что толкаешься? Я да. Слышь? Проигравший вообще. Слышь, что ты жмешь такое? Есть. Ну давай, Димка, наваливай! Дима, теперь я за тебя поставлю 2000 баксов, давай ты тоже... Какие баксы? Миллион давай, став, Дима. Я выиграю. Ты говно, что ты жмешь? Ладно, 1 миллион баксов. 1 миллион. А в игре есть? На! Да жми все подряд! Да что ты жмешь такие кнопки мои? Гапака танцую. Ну сейчас тебя никто... Ух ты! Видели, сколько жизни вынес? Слышь, жизнь одинаково. Ну. Ты иди сюда. Блок! Не работает блок. Наруто гаманута. Убила меня. Раунд 2. Иди сюда. Давай. Кто за кого? Иди сюда. Я сел, смотри, я сижу. Все нормально? Я просто смотрю, как зрители. Посади мне нормально, пожалуйста. Слышь, тварина? Вот, спасибо. Серёга, ты чё жмёшь? Фис, давай. Подожди, а если F нажму, что F? Дима, посмотри на задний план. Я вижу, ты сидишь. Да. Слышишь? Я понял, что ты жмёшь. Повернись, Сет. Сиди прям, она настолько влево или так? Ну, просто на бок. Да блин, ты смотри, что творится, я его не могу выиграть. В общем, нормально, все падает. Вот это мы именно... Ух ты, я? Нет, ты? Все, все садись. Да ты отвали от меня! Жареный попкорн не сюда. Что, Фиса, интересно смотреть, как они так их... Да блин, такой вах... Есть! Третий решающий раунд. Кстати, на зале все появится. Отлично. Так, Фиса, вам все. Давай, Дима, пойдём. Я в тебя сел, круто. Ладно. Да отвали ты! На! Ладно, я буду сейчас все кнопки жмать на дурачка. Блин, прикольно тебе с вами сидеть. Да смотри, у меня жизни выносит больше, чем я у него. Он слабый, я его выиграл уже. Ну, ого, по пачке прописал. На! На! На, щенок вонючий, я его лупаш, смотрите как. На, полной жизни считай у меня. Кто, ты? Вижу, где. О, Дим, подожди меня, я... Если вам понравился этот режим и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. А мы еще немножечко поиграем.